Здравствуйте, в эфире телеканала «Алау Новости», в студии Айдос Оспанов, и смотрите сегодня в выпуске. Карантин ударил по многим кустанайским предприятиям. Бизнес терпит убытки. Какие меры поддержки предлагают предпринимателям, расскажет Жанар Касымова. Швейные предприятия, которые занимаются пошивом школьной формы в Кустанае, бьют тревогу. Из-за того, что ношение формы на целый год стало необязательным, они подсчитывают убытки. Татьяна Калюжная с подробностями. Кустанай меняет облик. Какие украшения уже появились на улицах города и чего еще ждать горожан, расскажет Наталья Басмурзина. Кустанайцы неохотно трудоустраиваются по дорожной карте занятости на ремонт школ и дорог. Востребована оказалась только половина из всех предлагаемых городским центром занятости вакансий. Что именно смущает людей, руководитель центра точно ответить не может. Возможно, люди считают, что будут получать лишь минимальный предел установленной зарплаты. Так ли это? Нашим корреспондентам ответили в городском центре занятости. Ремонт городских объектов идет полным ходом, но трудится на них в два раза меньше людей, чем могли бы. Кустанайский центр занятости вновь говорит о проблеме в кадрах. Люди не хотят устраиваться на работу. Из 3000 мест, которые может обеспечить центр, заполнены лишь 1300 вакансий. Мы не можем за людей сказать, почему и как. Это и здесь личное дело каждого, я думаю. Просто некоторые считают, что зарплата, установленная зарплата, не менее 85 тысяч, считают, что это предел. Это нет. Это как бы пороговая, то есть не менее. Но зарплата более. В зависимости от объема выполненных работ, в зависимости от на ту вакансию, на которую они идут. Насколько большой может стать зарплата, решает работодатель. И по данным центра занятости, у многих из них фактически сформировался свой наименьший предел – 100 тысяч тенге. Что касается условий работы, то они оговариваются сразу. И это озвучивали не раз, но люди все равно не звонят в центр. А между тем, отсутствие кадров может повлиять на сроки выполнения работ. Ремонты на социальных объектах и дорогах растянуты подчас до середины осени. И получается, чтобы успеть, работники трудятся как минимум за двоих. Профессии разнообразные. Дорожные рабочие, разнорабочие, водители, водители на спецтехнику, крановщики, отделочники, маляры. То есть выбор профессий большой. Любой желающий может обратиться к нам в центр занятости по телефону. Мы объясним, предлагаем проекты. Уже на его выбор он сам решает, на какой проект ему идти, на какую профессию. Возраст для соискателей не ограничивают. Там нужны и люди старше 50, и молодежь. Причем последние как раз и составляют сейчас основной контингент работников. Среди всех, кто трудоустроился через центр занятости, 40% – это молодые люди от 18 до 30 лет. Но в центре подчеркивают, там ждут всех. Работы много, и она подчас не зависит ни от возраста, ни от пола. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН. К другим темам. Ряд предприятий Кустанайской области ищут пути из сложившейся, можно сказать, критической ситуации. Всего в регионе насчитывается около 15 тысяч юридических лиц. Из них 1208 предпринимателей имеют задолженность по налогам в сумме более 3 миллиардов тенге. Каким образом можно восстановить платежеспособность и сохранить имущество предпринимателей, узнавала наша съемочная группа. В прошлом году в Казахстане был подписан закон, который предусматривает процедуру реабилитации для неплатежеспособных предприятий. Применялась она и до введения чрезвычайного положения, но учитывая то, что сейчас многие предприятия простаивают, она актуальна как никогда, поскольку эта процедура – хороший шанс для преодоления кризиса. На сегодняшний день два налогоплательщика обратились в департамент за консультацией по процедуре реабилитации. Сумма их задолженности составляет 2,5 миллиона тенге, и они решили воспользоваться данной процедурой. А с заявлением на применение процедуры банкротства никто не обращался. Если предприниматель все-таки решится воспользоваться этой возможностью, заявление нужно будет подать в экономический суд, где уже в ходе проведения судебных процессов устанавливается, платежеспособное ли предприятие, сможет ли оно реабилитироваться или нет. Управление компанией передается реабилитационному управляющему, однако в соответствии с законом о реабилитации и банкротстве предусмотрено сохранение права управления
имуществом и делами должника за собственником. То есть руководителем или учредителем несостоятельного должника они сами могут быть руководителем своего предприятия. Особенность процедуры реабилитации заключается в том, что с момента ее введения прекращается начисление неустойки по всем видам задолженности. Речь идет о банковских займах и о налогах. Также приостанавливаются все ограничительные меры в отношении налогоплательщика. То есть вся имеющаяся задолженность предприятия будет погашаться в рамках и сроках реабилитационной процедуры по графику, удобному как для предприятия, так и для самих кредиторов. Стоит отметить, что в зависимости от плана реабилитации, согласно которому должнику необходимо будет погашать задолженность, сама процедура применяется сроком до 5 лет. Алексей Кудрявцев, Жанар Касымова, РТН. В связи с ограничительными мероприятиями в стране из-за пандемии коронавируса бизнес оказался в сложной ситуации среди пострадавших и производителей школьной формы. Новый учебный год в стране решено начать в онлайн-режиме, поэтому новые юбки, пиджаки, брюки и сарафаны не покупают. Швейные ателье терпят убытки, а после заявления Минобразования, когда форма стала необязательной, они и вовсе боятся остаться без заказов. Татьяна Калюжная продолжит тему. Руководитель швейного предприятия в Кустанае Светлана Шипилкина рассказывает, что обычно в это время года в магазине уже раскупается большая часть товара. Школьную форму первым делом берут родители первоклассников, поэтому маленькие размеры со склада продавались быстрее всех. Потом за формой приходили из среднего звена, а к 31 августа подтягивались старшеклассники. В августе 2020 года все не так. Из-за пандемии коронавируса и перевод начала нового учебного года на дистанционную формат обучения, продажи школьной формы резко упали. Август – горячая пора. Август у нас работало 6, от 4 до 6 менеджеров, и мы не успевали. У нас пошив сейчас масок. Мы апрель-май месяц практически занимались только пошивом масок для всех предприятий. Падение дохода в связи с отсутствием продаж налицо, продолжает собеседница. Ежегодно предприятие продавало только школьные формы на 20-30 миллионов тенге. Сейчас, по словам Светланы Шипилкиной, продано примерно 10% готовой продукции. Предпринимательница, да и не только она, но и все, кто занимается пошивом школьной формы, беспокоятся, что останутся без работы. Ведь решение министра образования не носить школьную форму весь следующий учебный год может лишить их запланированных доходов. Напомню, что в середине июля Аската Имагамбетов, чтобы помочь родителям сэкономить, в приказ о ношении школьной формы ввел дополнение. Сама форма теперь не обязательно к ношению целый учебный год, но деловой стиль в одежде ученика присутствовать должен. Есть производство, которое занимается только пошивом школьной формы. Для них, я думаю, это сейчас удар. Вот. Но поскольку у нас многопрофильное производство, мы шьем спецодежду, маски, школьную форму, поэтому для нас это, конечно, тоже удар, но не такой сильный. Мы на плаву. Сегодня форму покупают в основном родители первоклашек, которым будет разрешено учиться в дежурных классах. Чтобы и дальше оставаться на плаву, отмечает Светлана Шипилкина, решено в пошиве одежды для учеников на предприятии использовать больше синего цвета, без клетчатой ткани, которую как особенность внедрили школы. Но самое главное теперь все же, чтобы дети вернулись в школы. Алексей Кудрявцев, Татьяна Калюжная, РТН. Из-за птичьего гриппа Казахстан ввел ограничения на границе с Российской Федерацией. В зоне особого риска северо-западные регионы, в том числе и Костанайская область. Согласно сообщению пресс-службы Минсельхоза нашей республики, в начале августа в Челябинской области был обнаружен птичий грипп, к которому восприимчивы все виды птиц. В этой связи Комитет ветконтроля и надзора Казахстана с 4 августа ввел временные ограничения на ввоз и транзит из Челябинской области живой птицы, инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку, кормов и кормовых добавок для птиц. Эпизоотическая ситуация в приграничных областях взята на особый контроль ветеринарными службами регионов.
Вакцину от коронавируса начнут испытывать на казахстанцах уже этой осенью. Испытаниями займется Республиканский научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности. В июле НИИ уже проводил вакцинацию своих сотрудников. По данным руководства института, спустя 9 дней после введения вакцины люди остаются клинически здоровыми, что говорит о безопасности препарата. Теперь, по опубликованной информации, НИИ готовится к испытанию вакцины на добровольцах. В сентябре на базе алматинской клиники вакцину намерены ввести 44 испытуемым. В октябре число добровольцев хотят довести до 200 человек. Это ознаменует выход на вторую фазу клинических испытаний. Завершить ее намерены к декабрю этого года. Тогда же должно закончиться строительство завода по производству иммунобиологических препаратов при НИИ. Пожар произошел в окрестностях Кустаная. Сотрудники ДЧС сообщили, что сгорели дачные постройки. По другой информации, сгорели помещения на территории базы отдыха. По данным ДЧС, днем 4 августа на пульт службы пожаротушения Тобыла поступило сообщение о том, что горит дачный домик, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, расположенный у реки Тобол возле кафе «Пристань». Общая площадь горения составила 200 квадратных метров. На место пожара выезжали 5 единиц техники и 2 десятка человек личного состава. ДЧС отмечает, что благодаря оперативным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. По имеющейся у нас информации, пожар произошел на территории базы отдыха, которая потребляла энергию, вырабатываемую солнечными батареями и ветрогенераторами. Сотрудники службы пожаротушения ДЧС Кустанайской области напоминают о соблюдении правил пожарной безопасности. В Кустанайской области утонул человек. Несчастный случай произошел в окрестностях Аркалыка в районе северных дач на котловане «Бокситный». По данным ДЧС региона, человек погиб в дневное время 3 августа при купании в необорудованном для этого месте. На берегу установлены запрещающие знаки. Он был один у котлована, где позже были найдены его вещи. Температура воды, по данным спасателей, в тот день была плюс 20 градусов. Установлено, что у 25-летнего мужчины при себе не было индивидуальных спасательных средств. На место происшествия выезжали 10 сотрудников ДЧС на трех машинах с одним плавсредством. Утром следующего дня спасатели извлекли тело мужчины из воды. Поставку крупной партии наркотиков в Кустанайскую область пресекли сотрудники полиции. Спецмероприятие проведено в рамках операции «Карасора Конопля-2020». Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности регионального полицейского департамента совместно с коллегами из Рудного обнаружили особо крупную партию наркотиков. С поличным задержан 50-летний рудничанин, у которого в гараже изъято 14 килограммов гашиша и 418 килограммов марихуаны. Наркотики были упакованы в полипропиленовые мешки, обмотанные скотчем. Также полиция обнаружила электронные весы и крупную сумму денег – 750 тысяч тенге. В ходе расследования уголовного дела назначены экспертизы, проводятся следственные действия. Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 297, части 3, то есть незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В настоящее время по данному уголовному делу принимаются меры к обеспечению полноты и всестороннего расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание на срок от 10 до 15 лет лишения свободы. Предположительно, на черном рынке стоимость изъятой партии наркотиков оценивается в 30 миллионов тенге. В период проведения ОПМ «Карасора-2020» полицейским изъято еще более 35 килограммов различных наркотиков. Если в 2019 году Управлением собственной безопасности Кустанайского полицейского департамента был выявлен только один факт дачи взятки полицейскому, то в этом году их насчитывается уже 4. Как рассказали сотрудники УСБ полицейского департамента, житель областного центра пытался дать взятку полицейскому, который привлек его к ответственности за тонирование передних боковых стекол. Денежные средства были обнаружены в салоне служебной автомашины. Двое водителей пытались откупиться от штрафа за превышение скорости движения. По всем фактам проведены досудебные расследования, все взяткодатели приговорены к различным штрафам. В результате данных действий человек может быть привлечен к штрафу в размере 20-кратного размера штрафа. Кроме того, часть вторая предусматривает пожизненное лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Ну, скажем так, вплоть до лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. Это деяния, предусмотренные в особо крупном размере. Более подробно обо всем вышеописанном, а также о других преступлениях и происшествиях мы расскажем вам в будущий понедельник в рамках программы «Дело номер». Также эти материалы в любое время смотрите на канале «Алау Ютуб» и подписывайтесь на наши аккаунты в Инстаграм.
Продолжаем выпуск. Несмотря на то, что учебный год начнется дистанционно, школы все равно проверят на готовность к приему учащихся. Государственная комиссия уже вышла на проверки и намерена завершить их до 15 августа. За предстоящие две недели школы и детские сады не только должны принять у себя проверяющих, но и успеть устранить все найденные нарушения. На что будут обращать внимание участники комиссии, расскажут наши корреспонденты. С сегодняшнего дня в Кустанае началась приемка школ к новому учебному году. 16-ю школу решили проверить одной из первых. Для ее директора это хоть и волнительно, но он уверен, все пройдет отлично. Готовы к приемке школы на 100%. У нас готовы, и мы готовы и к отопительному сезону, и противопожарные условия созданы, и санитарно-эпидемиологические условия все соблюдаются. Закупили средства индивидуальной защиты, это маски, это перчатки, это и антисептики. То есть школа 100% готова к учебному году. Бесконтактный санитайзер – безусловная новинка школы. Один такой аппарат стоит 27 тысяч тенге. В школе их установят сразу 10 штук и расположат на каждом этаже. В использовании вещь довольно простая, но она смогла удивить даже членов проверяющей комиссии. Обрабатывайте руки бесконтактными. Мы до этого только видели… Стоп. Он бесконтактный. Он бесконтактный. Теперь проверяющие совершенно готовы и приступают к своим обязанностям. Осматривают пищеблок. Чисто? Нет, все, конечно, вычищено все. Проверяют сроки годности огнетушителей. Два с половиной еще. Вот мы в этом году все. Такой детальный осмотр предстоит пройти каждой городской школе и детскому саду. Всего до середины августа проверят 66 организаций образования. Одним из первых требований, конечно, является это наличие акта готовности к отопительному сезону. То есть кто-то вот в прошлом году ряд организаций не успели, просто забыли, не получили. Также это лабораторные испытания электрооборудования. Это сопротивление, изоляция, контур заземления, там, молнии защиты и так далее. То есть очень много таких моментов, что вот должны каждая организация сделать. Самое главное для детей в школе – не только получить знания, но и сохранить здоровье. Госкомиссия делает акцент на партах. Уровни столешницы и сиденья должны отвечать росту ребенка. На мебели есть цифра, которая соответствует отметке на шкале ростомера. Ребенок измерит свой рост и сядет за правильную парту. Зачастую наши руководители просто забывают. И поэтому дети садятся на парты одного роста, из-за этого развивается сколиоз. Сейчас кабинеты заполнены партами в привычном порядке, но уже скоро их расставят по принципу шахмат, чтобы сократить их число в два раза. Так они и будут дожидаться учащихся из дежурных групп. Ведь первую четверть большинство школьников проведут дистанционно. Возможность прийти в школу есть лишь у начальных классов. По предварительному опросу 90% родителей начального звена готовы отправить детей в дежурные группы. В ближайшие две недели комиссия будет проверять по 6 учебных организаций ежедневно. Все нарушения, которые найдут, нужно будет устранить до конца приемки, то есть до 15 августа. Процедуры проверки в этом году избегут лишь те детсады и школы, где до середины осени будут проводить капитальный ремонт. Среди них 4, 6, 17 и 19 школы, а также детский сад номер 27. Успан Гакимжанов, Наталья Басмурзина, Елена Щегельская, РТН. В Кустанае стали появляться новые украшения. На жилых домах размещают изображения абая с объемными фигурами птиц. Идею местные дизайнеры почерпнули у европейских коллег. Там подобные композиции используют намного чаще, чем у нас. Что примечательного в новых арт-объектах и какие еще инсталляции вскоре появятся на улицах города, расскажет Наталья Басмурзина. А вы заметили, что наш город стали украшать иначе? Нет? Тогда смотрите. На живых многоэтажках Кустаная появились огромные панно с изображением абая и стаи взлетающих птиц. Нам всегда хотелось сделать что-то более новое, свежее. И то, чтобы будоражило эмоции людей. И так как в этом году отмечают 175 лет со дня рождения великого поэта, ученого, просветителя, общественного деятеля абая,
Мы хотели вот и часть оформления города приурочить к этой прекрасной дате. Это не просто очередной закрепленный плакат с фотопечатью. Это настоящий арт-объект, наполненный символами. На виниловом полотне закреплены объемные птицы, которые вот-вот взмоют в небо. Их выполнили из специального композитного материала, который изготавливают на единственном заводе в России. По большей части композит состоит из алюминия, но только там, по словам дизайнеров, его делают по-настоящему прочным и износостойким. Из-под птичьих крыльев ночью можно увидеть яркий свет всех цветов радуги. По задумке дизайнера, их полет олицетворяет собой веру, надежду и любовь. И такой подход было решено использовать в каждой композиции. Еще одно городское украшение днем ничем не примечательно, но с приходом темноты от него трудно оторвать взгляд. Мы сделали еще светодиодную инсталляцию «Звезды Абая» по проспекту Абая, дом 16. Ну, это очень символическая такая вещь, потому что само по себе это, конечно, очень красиво. Это большие светодиодные звезды. Эти звезды светят, вы знаете, как свет творчества Абая. Потому что через века проходит его мудрость, проходит его наставление, проходит его... чудесная музыкальная поэзия. Свет творчества Абая оказался настолько ярок, что временами мешал спать жителям соседних домов. Но сотрудники агентства говорят, что учли эти моменты и убавили яркость освещения. Сейчас сотрудники готовятся подарить городу еще одну инсталляцию. Она должна появиться перед зданием казахского драмтеатра. Это арт-объект. Это объем, небольшой объект в виде большой книги, развернутой на красивом постаменте, где можно написать любые изречения и Абая, других великих сынов казахского народа. Эта книга станет действительно огромной. Ширина разворота страниц будет равна 2 метрам, а высота вместе с постаментом достигнет 3 метров. К изготовлению деталей арт-объекта уже приступили. И к концу августа кустанайцы смогут заглянуть на его страницы и найти в них изречение великого мыслителя, пришедшие к нам сквозь века. Хамза Нурпиисов, Аспан Кокимжанов, Наталья Басмурзина, РТН. Такими были события дня. Хороших всем нам новостей. До свидания.